Интересные факты. 10 фактов о математике, которые понравятся и гуманитариям. Даже если вы ничего не понимаете в математике, даже если в школе ненавидели этот предмет, даже если считаете себя чистым гуманитарием, в общем, в любом случае, эти факты вам понравятся. Первое. Английский математик Абрахам де Муавр в престарелом возрасте однажды обнаружил, что продолжительность его сна растет на 15 минут в день. Составив арифметическую прогрессию, он определил дату, когда она достигла бы 24 часов – 27 ноября 1754 года. В этот день он и умер. Второе. Религиозные евреи стараются избегать христианской символики и вообще знаков, похожих на крест. Например, ученики некоторых израильских школ вместо знака «плюс» пишут знак, повторяющий перевернутую букву «Т». Третье. Подлинность купюры евро можно проверить по ее серийному номеру буквы и 11 цифр. Нужно заменить букву на ее порядковый номер в английском алфавите, сложить это число с остальными, затем складывать цифры результата, пока не получим одну цифру. Если эта цифра 8, то купюра подлинная. Еще один способ проверки заключается в подобном складывании цифр, но без буквы. Результат из одной буквы и цифры должен соответствовать определенной стране, так как евро печатают в разных странах. Например, для Германии это X2. Четвертое. Бытует мнение, что Альфред Нобель не включил математику в список дисциплин своей премии из-за того, что его жена изменила ему с математиком. На самом деле Нобель никогда не был женат. Настоящая причина игнорирования математики Нобелем неизвестна, но есть несколько предположений. Например, на тот момент уже существовала премия по математике от шведского короля. Другое. Математики не делают важных изобретений для человечества, так как эта наука имеет чисто теоретический характер. Пятое. Треугольник Рило. Это геометрическая фигура, образованная пересечением трех равных кругов радиуса А с центрами в вершинах равностороннего треугольника со стороной А. Сверло, сделанное на основе треугольника Рило, позволяет сверлить квадратные отверстия с неточностью в 2%. Шестое. В русской математической литературе 0 не является натуральным числом, а в западной, наоборот, принадлежит ко множеству натуральных чисел. Седьмое. Американский математик Джордж Данцик, будучи аспирантом университета, однажды опоздал на урок и принял написанное на доске уравнение за домашнее задание. Оно показалось ему сложнее обычного, но через несколько дней он смог его выполнить. Оказалось, что он решил две нерешаемые проблемы в статистике, над которыми бились многие ученые. Восьмое. Сумма всех чисел на рулетке в казино равняется числу зверя – 666. Девятое. Софья Ковалевская познакомилась с математикой в раннем детстве, когда на ее комнату не хватило обоев, вместо которых были наклеены листы с лекциями Остроградского – о дифференциальном и интегральном исчислении. 10. В штате Индиана в 1897 году был выпущен биль, законодательно устанавливающий значение числа π равным 3,2. Данный биль не стал законом благодаря своевременному вмешательству профессора университета. Подписывайтесь на канал LTD News Facts, ставьте лайки, пишите комментарии и делитесь с друзьями. Пока, до новых встреч!